Еще раз привет, друзья. Сейчас немного поговорим, потому что, я так понял, много вопросов накопилось. Можете обратно писать их, и я поотвечаю. Давайте сначала, и потом еще раз кого-нибудь в эфир позовем. С Новым годом! Я не совсем понял, чем вы занимаетесь. Я помогаю людям высвобождать их эмоциональные блоки из тела. Эмоциональные блоки, они образуются у людей тогда, когда мы не выпускаем свои эмоции, мы их не допроживаем. Поэтому, и они, в общем, эти блоки возникают. Они возникают в виде спазмов в теле, из-за этого человека рвет, из-за этого человека он плачет, смеется. В общем, любые эмоции, которые не проявленные. Любые эмоции, которые ты недопрожил. И я этим и занимаюсь. Вы можете думать, что это там самовнушение. Вообще, честно говоря, без разницы, что вы думаете, потому что это работает, и самое важное, что это помогает. Да? Остальное все, ну, как бы такое. Можно долго думать, там, помогает или не помогает, но оно есть, и вот и все. В ладошках колики регулярно, честно, я не понимаю происхождение этих коликов, потому что, ну, если вы со мной работаете, мы там дышим, и у вас появляются колики, это одно, и другое дело, когда у вас, ну, без причины это появляется, это совершенно другое. Поэтому это реально работает, подтверждаю. Вот, и отсюда и получается, да, у человека, люди идут к психологам, люди идут, я не знаю, гадалкам каким-то, то здесь оно все вместе, да, и психология, и энергетика, и телеска. Единственное то, что вот онлайн невозможно подойти и вам там надавить, там сюда, на глаза где-то. И поэтому чуть сеанс, он долго, да, человеку надо настроиться, потом с ним в этот, и потом только процесс идет. Сейчас трансовое поле большое, поэтому это происходит немного быстрее. Первое время нужно было больше времени для того, чтобы к человеку подключиться и как-то на него влиять. Сейчас это происходит быстрее. Вы сейчас можете присоединиться, если вы готовы, хотите, я вас сейчас позову. Булавина Алина. Вот, давайте. Здравствуйте. 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 О, хороший звук, классно. А вас Здравствуйте. как зовут и вы из какого города? Меня зовут Алина, я из Украины, но сейчас я в Испании, город Барселона. Круто. Классно. Хорошо. Да. С чем хотите поработать? С собой. Собой. У меня Запрос очень... есть какой-то конкретный или... Ага. Да, у меня в последнее время очень такая тяжесть вот здесь, в шее, в спине, и вот, не знаю, как-то так тяжело, и чувство, что кто-то там сидит. Кто-то там сидит? Хорошо. Люблю осознанных.
Поставь телефон так, чтобы, да, чтобы я у тебя рука не... Да. Угу. Можешь салфетки взять и какой-нибудь пакетик, если вдруг там будешь кашлять или отплевывать, чтобы было. Ага. Хорошо, сейчас минутка. Все, салфетки есть и пакет. Готово. Готово. Так, вставай. Угу. Ставлю. Угу. Закрываю глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дышим. Да, давай глубже. Я буду, если разговаривать, ты не отвлекайся на меня, ладно, ты просто дыши. Я к тебе буду по имени обращаться, значит, это к тебе. Вот. Закроем глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко. Еще вдох. Вот так. Молодец. Еще. Еще. Угу. Еще дышу. У нас интернет завис, а то я думаю, что ты не дышишь. Ага. О, вот так. Еще глубже. У меня потеет ладошки, пошла внутренняя какая-то такая пульсация. Все правильно идет. Вот, да.
головокружение, легкого ноздря, глубоко. Дышите глубоко, отморал. Сейчас дальше процесс пойдет. Ну, пусть так будет, заметно. Дыхание – это то, что видно снаружи. Так. Алина вас вырубила. Вы можете еще раз постучаться, пожалуйста. Я где-то писали с вами. Закончим до конца. Вот она. Вот она, да? Нет. Семейный Миногорск. Вот, давай. Ладно, тебя трясет, давай трясись. Меня очень часто трясет. Ага. Ты природу тряски знаешь, да? Ты? Ну, энергия, да, идет, правильно? Ага, круто. Я люблю вызывать иногда эту тряску как-то. Угу. Классно. Не держи, пусть протрясет хорошенько. Угу. Хорошо, что это трясет, так не все могут. Это только прокачанные девушки так умеют. Да. Трясись, трясись. Такими не страшно. Это что? Дыши, дыши глубоко. Тут вопрос задают. Что это такие? Ага. Все хорошо, не переживайте. Круто. Ага.
Тряска закончилась. Ну, хорошо, поздравляю. Спасибо. Как дела? Легче тебе? Посмотри состояние твое в теле, ощущение. Ну, наполненность, да, наполненность, легкость и какое-то такое парение. Как-то так. Здорово. Классно, приятно было познакомиться. Ты прям прокачанная собой занимаешься. И приятно было познакомиться. Взаимно. Ты прям прокачанная такая, очень круто прям. Ну, я в последнее время, да, как-то начала заниматься. Но тряска — это новое для меня, но очень приятное. Это как давно у тебя началось? Наверное, месяца два назад. Это, смотри, когда у человека блока впало, он на энергии реагирует примерно, ну, вот так, трясками вот этими. Когда нету блоков, энергия идет легко, и тебя начинает вытряхивать. Любой застой твоей энергии, он теперь будет вот так выходить. Основные энергии, которые застаиваются у нас, это сексуальные блоки, сексуальные энергии. Да? И поэтому любая какая-то там нехватка или что-то тебя тряханет просто, оно выйдет и все. То есть у другого человека это все сдерживает, а у тебя оно будет вытряхиваться просто. И у тебя будет ощущение, что ну, у тебя все есть хорошо. Спасибо. Вот я искала это объяснение, как-то тяжело его в интернете найти. Но да, в интернете про это просто... почему-то не говорят. Да, ну... Иногда протрясывает, особенно вечером, когда ложишься, и прям начинается эта тряска. Вот. Тебе здесь можно это объяснить? Ты понимаешь, что-то? Не понимаешь, что это происходит? Тебе объяснить, что это? Или ты уже поняла? Ну, я, насколько я это понимаю, что идет энергия, и она пробивает какие-то блоки. Как-то вот так я это понимаю. Тело почему так реагирует? Ну, оно направляет энергию куда ему надо. Нет? Это матка включена. Это матка, когда включается, и вот это матка. Когда матка включается, и вот эта вибрация, если ты сейчас помнишь, когда, ну, обрати внимание, вибрация начинается с матки. Да, да, вот это я... И тебя ее оттуда начинают вытряхивать, да. И, ну, это такое, знаешь, это как мультиоргазм такой, что ли. Оно вот одно за другое идет волной. И поэтому, ну, это прям круто. Ты можешь, если хочешь... Я могу его направлять в любые центры. Ты хоть куда можешь его направить, хоть что оттуда выбивать, да. Да. Если ты хочешь про это чуть больше узнать, книжку скачай в интернете, «Мантакфея. Даосские практики любви». Даосские практики любви, хорошо. Мантекчия, автор. Вот. А так, в принципе, все. Супер, спасибо вам. Спасибо тебе большое. Очень приятно познакомиться. Надеюсь, еще увидимся. Удачи, взаимно. Увидимся, конечно. Спасибо. Хорошего дня. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До свидания. В общем, друзья, добрый вечер всем. Так, идите лучше в церковь на вечерю. Ну, короче, вы лучше сюда не заходите, да, такие, потому что если будете такие вещи писать, я вас буду блокировать, дабы не отвлекать остальной народ, да, на всякие вот эти непонятные лозунги и распри. Нихер мой. Лажа, ну и хорошо, ну и не заходите, найдите аккаунт, где или, ну, по интересам. Просто не приходите сюда, не надо здесь. Ну, ведите себя прилично, в общем, народ. Если кто-то, нужно похудеть,
иногда сбрасывается лимфа, но это ненадолго, да, то есть человек худеет, и потом какой-то период он опять набирает. Что можете сказать о Дэвиде Верденде? Я Дэвида Верденде, честно, я первый раз слышу. Я ничего не могу сказать. Можно зайдут, да. Заходи. Так. Так, Толкин, да? Посмотрим. Толкин надо было зайти или кому? Так, не Толкин. Так, кто там стучался? О дыхании. Можно зайдем? Ну, заходи. О дыхании. А за счет дыхания идет энергия. И левая нога немела, и оба колена, и колики, и влияние. Просто подыши, или можешь потопай, что ли. Карлгаш, ты лучше, если ты в эфир хочешь, то лучше подыши сама. Я с тобой так сейчас поработаю отсюда. Ты же сама все знаешь уже. Привет, дорогая, это кому? Здрасте. Здравствуйте. Меня слышно хорошо? Хорошо слышно. Меня зовут Айслу. Ага. Какой город? Меня зовут Айслу, да. Я из города Оренбурга. Вот. О, круто. Я уволилась с полиции. Очень долго служила, много лет. Вот. И не могу как бы определиться теперь, куда мне и как, в каком направлении. Вот. Вроде есть образование не одно. Вот. Сейчас можно сказать, как вы говорите, прокачиваю себя. Познаю много-много. Узнаю, читаю. То есть, ну, как бы самокопанием занимаюсь. Прошла радикальное прощение, оно мне нужно было. Тоже круто. По Колину Типпингу, может быть, по Колину Типпингу вы, наверное, слышали, да? Вот. Увидела всю красоту детской травмы, вот. И в мастер-кит у меня есть, пользуюсь, ну, что-то как-то сложновато идет, но трансформации есть, но не совсем они проходят эффективно. Интересовалась Ho'oponopono. То есть, ну, тоже крутая дышала техника. Этой техникой. Угу. Да, вот. Но есть определенные страхи, которые я не могу убрать. То есть я сейчас понимаю, что я очень много уже прошла, но, ну, в познании себя и вообще всего. Но что-то не дает мне идти вперед, и не могу понять, что. Глаза закрой, вдох месяца... делай глубоко. Сейчас, секунду. Чтобы мне нет, мне чтобы просто три глаза, ну, все, садись. Поставил, закрывай глаза, вдох через нос, выдох через рот. Просто дыши глубоко, буду разговаривать, если с подписчиками, то этот. Ага, не отвлекайся. Просто дыши глубоко. Эмоции пойдут, просто выпускай. Еще вдох глубокий, выдох. При прокачке иногда энергия идет вверх в эйфорию, иногда вниз, в сексуальность. От чего зависит движение энергии? Вообще ты можешь сам ее направлять, если много сексуальности, не хватает духовности, можешь снизу подать вверх. Если наоборот у тебя
сейчас настроение лучше, и оно такое более духовное, одухотворенное, то можешь ее направить вниз, если не хватает сексуальности. То есть это только от твоего внимания зависит. Тренинг в Алмате 19-20 января. Сколько еще дышать? Ну, просто дышите. Что значит зевота и слезы идут, где болит? Зевота и слезы, это, в общем, чистка идет, это сброс шлаковых энергий. Зевота, это, ну, такое, оно на православии то, что сделано. Я благодарю Лев Чесалова, как заняться дыхательной практикой. Я, честно, не знаю, это не ко мне. Я же работаю с блоками через дыхание, но сами дыхательные практики, я не знаю, ты можешь так же дышать, вот, глубокий вдох через нос, выдох через рот. Можете подписаться на мой YouTube-канал. На моем YouTube-канале есть видео «Прощение денег». Можете его ставить и дышать. И будет примерно то же самое. Из носа течет, это блоки выходят. Ну, сморкайтесь. Нормально. Сейчас ощущения в теле какие? У меня руки онемели. Ага, хорошо. Слезы накатывают. Плачь? Еще пока нет. Руки немеют прям сильно-сильно. Ну, потерпи, сейчас еще хуже будет. Сейчас сильнее свернет еще. Только не пугайте. Предплечье прям. Я понял, я дышу глубоко. Сейчас их дули свернет, то еще не пугайте. А вот тут вот это... в голове. Дыши глубоко. На YouTube-канале «Прощение денег» есть видео. Его можете слушать. И под него дышать также. Сапина жар бросает и ладони вспотели. Это хорошо.
ноги вспотели. Что-то у меня как будто лопатку вывернуло. Ну, давай дыши. Ты же не хочешь сразу плакать, хочешь потерпеть, потерпи. Дыши глубоко. Я бы на вашем месте лучше сразу плакал. Как-то страшно. Да не бойся ты, я с тобой рядом. Лишь бы интернет был. Дыши глубоко. Чё-то так страшно. Давай, плачь. У меня мочки онемели. Как будто двигаются. Давай, давай. Я тебе потом объясню, что такое, сейчас дыши. Выпусти все свои эмоциональные блоки, которые у нее есть. А у нее много, и не только эмоциональные блоки. В органах работают люди, у нее же там на них очень много всякого говна накидывают. Дыши глубоко. У меня... Лопатка вместе с ушками двигается. Давай, дыши. Вот он, смотрите, видите, руки как сворачивает. Сейчас еще в доме сегодня, дыши глубоко.
Выплакивай, дорогая. Не могу. Хватит уже. Ну давай, еще хочешь поупираться, поупирайся еще. Я не упираюсь, не выходит. Реви специально, я тебе говорю. Не могу специально. Не хочу называть. Нет, хочу, не получается. Ага. Слезы идут, не получается. Слезы. Они как будто стоят. Не выходит. Тебе будет все хуже и хуже. Если не начнешь плакать. Я тебя предупреждаю. Тебе будет не смешно совсем. Слезы не идут. Да, да. Вот по капле вытекает и все. Трясет все. Те, что не имеют, это здорово. Это лимфоток идет, и из этого идет звук по телу. Так больно. Да, да, да. Так больно. Я тебе сказал, плачь. Больнее будет. Реви давай. Это хорошо, это выходит блоки, блин. Дыши глубоко. Не имеет челюсть нижняя. Возьмите подушку, в нее прокричитесь прям. Нашла в Ютубе письмо прощения денег, внизу письмо прощения. Письмо прощения тоже сейчас есть видеоролик, можете забить в Ютубе, и в общем, там подробно все рассказываю. Здесь происходит какое-то ощущение. Очень больно. Да реви ты уже запарила ты. Не смешно уже, давай плачь. Не получается. Кричи тогда. Вот пальцы вдули свернула. Ори, я тебе говорю. Плачь, ори, что-нибудь сделай. Ну, свернула уже, еще упираться будешь. Давай, не так много. Скажется вперед, боль какая-то. Вот, так хорошо.
Это вы сонастроили, и у вас боль одинаковая, да, чем-то сходится. Руки отпустила, отпустила. Отпустила, но у меня вот прям колики в руках, и вот как будто туда в него входит что-то. Да, нормально уже. Скоро будет отпускать потихоньку. Поплакать уже потихоньку. Губы сворачивают, губы. Давай. В уточку, да? Постоять охота, постоять. Просто дышите глубоко. Прям сильно-сильно. Хорошо. Не отпускает рот. В руках прям. Обязательно сохраню, да? Дышите глубоко. На меня смотрите, слезы идут без остановки. Это бывает, когда смотрю передачу «Жди меня». Тут же так плачу. Ага. Выплакивай давай.
Голова крутится, горы перекрыха, кончики языка чешется. Всего не могу, мне смешно и жарко в месе. Это здорово. Что-то стало замерзать, хорошо. Просто дышим дальше. Что бы с вами ни происходило, просто дышите. Холодом дышит, из тебя выходит вот этот страх смерти, я не знаю, там вот, ну, такое нежелание жить, типа. В руках прям холод и трясет. Руки трясет почему-то. И в животе холод. В желудке холод. Виски не отпускает. Руки трясет. Да, да, да. Смехом нет никакой разницы, это выход. Это очень хорошо. Да-да, А что с руками? Да, все хорошо с руками, потом расскажу. Сейчас прекратите. И вытащим потом. А что с пальцами? Ты или плачешь, или ори, ты запарила уже. Ну, долго ты еще будешь? Выпускай! Не могу. Я тебе сейчас издам блок, а не может она. Ты запарила, упертая, я тебе говорю, плачь давай. Не получается. Не хочу, потому что. Беременным, если есть какие-то осложнения, там, угрозы, лучше не стоит. На последних сроках не надо. На ранних, в принципе, можно аккуратно. Мне жарко. Ну, хорошо, энергия пошла. Здорово, давай. Сильно пот идет.
Плакать это хорошо. Потому что плакать сама не плачешь, и у тебя через пот как и выходит. Разницы нет. Не так, не ну, бывало, но там надо долго. Поэтому я за длительные такие вот очень, ну, резкие беру. Я же говорю, я по поводу алкогольной зависимости я не избавляю. Сейчас посмотрим на время, я думаю, еще один, ну, еще часик будем. Сейчас вот здесь закончим, еще час. Просто в 11 у меня, наверное, консультация уже будет. Ну, если честно вам сказать, как с ней происходит, дыши глубоко. Это вот то, что сейчас у вас происходит, это совсем не смешно. Дыши глубже, я тебе говорю, не отвлекайся вообще. Не успокаивайся даже. Не смей успокаиваться. Это магия. Это, я не знаю, как вам это объяснить, но существует магия, и она уже объяснена и в квантовой физике. Если вы чуть глубже в это все провалитесь, то уже, ну, то поймете, что это не просто там сказали, да? Это есть четкое убеждение человека, и человек может направлять на свои мыслеформы какие-то негативные на другого, и это влияет, да? Почему говорят, чтобы занимались какими-то хорошими делами, чтобы о тебе говорили хорошо? Вот когда есть люди, которые тебя не любят или ненавидят, они будут посылать тебе плохие какие-то вещи, и она будет вот так выходить. Это называется магия. Что делать, замерзла? Ну, мерзни, выдыхай. Я вам еще раз объясняю по поводу алкогольной зависимости. Я не знаю, почему вы не слышите. Это директ слушайте. Я не избавляю людей от алкогольной зависимости. Извините, ее состояние, пожалуйста, ее состояние. У нее не имеют руки, у нее течет пот, у нее не имело лицо. У нее руки вот такие вот, руки-крюки вот так, у нее все сводит, у меня трясутся. Ноги не имеют, ну, такое состояние очень хорошее, лихорадит ее. Вот. Это выход, это уже не про эмоциональные блоки, это больше про деструктивные какие-то, это энергия информационная, воздействие на поле человека. В простонародье это называется магией или порчей. Вот. Это тогда, когда желают смерти, ей пожелали вот так. И все. И сейчас мы это вот вытаскиваем. Не обязательно смотреть его выше. Ну, это, в общем, это не просто намерение. Карлгаш, ты меня не заставляешь эти вещи тут в эфире говорить, потому что не все поймут этого. Вот
тоже через это пришел, Кригаш, но первым на строке аудитории я такие вещи не хочу проговорить, пока во всяком случае не готов. Ну, сейчас песня проходит, если вот ну, так. Ну, магия вот тут вот, слышно сейчас выходит, да? То есть, я не могу, не страшно. Да не бойся ты. Не страшно. Выпускай. Подушка есть, наверное? Возьми подушку, прям покричи. Меня трясет. Подушку ори, я тебе сказал. Ну, это не очень приятно мне сюда, действительно жутко. Постигать, я тебе расскажу. А что это такое было? Ой, это что-то... магия. Ага. А меня ноги трясутся. Ну нормально, ничего страшного, сейчас пройдет. О, так тепло. Ага. Жарко. Мне очень жарко. Ну радуйся, это хорошо. Мне так жарко. Кажется, у меня каждая клетка потеет. А у меня отпустило. Ты думал, он навсегда так останется? Послушай меня. Эфир сейчас закончится через 23 секунды. Я еще раз выйду, потом поговорим. Ладно, ты постучись обратно. Договорились? Вот. Хорошо. А ты вообще крутая, молодец. Я тебе сейчас расскажу, что это было. Не плакать хочется. Плачь.